Днем рождения! Днем рождения! Будем забывать! Тебя! И задует же! У тебя вечно вопрос, вот каждую неделю, да. У тебя стандартный вопрос, куда едем на Новый год? И это начинается где-то с мая, примерно. Нет, это... каждый месяц, Дима. Поэтому инструкция. Это начинается 1 января. Вообще, это тебе источник вдохновения. Однако. На каждый месяц у тебя варианты, куда бы можно было поехать. Однако, да. Блин, у меня такая заставка на кухне стоит. Ну где это? Шапочка. Прованс. 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 Богатый свой подруг, наверное. Ну спасибо, ее, друзья. Дима, когда мы были в Эквадории, свои эмоции выражал всегда. Жесть! Жесть! В общем, усилиями вот такой вот креативчик. Как такую красоту ты не одеть? Еще с днем рождения! Я постараюсь в паспорт не заглядывать. Порежь. Выкинь его в той стране, где тебе больше нравится. Чтобы вернуться, да? Ну честно, я тоже чтобы не возвращаться оттуда. Тихо, я скайпу не поверила. Там опечатка. Там опечатка. Не, ну без рубашки будет нормально.